Так, ну что, ребят, погнали выживать. Я тут со своими друзьями добыли некоторые ресурсы, ну, то есть вот этих вот. Ой, надо кое-что вырубить. ГМ-шечку вырубаем. Так, вот, смотрите, вот что мы, ребят, добыли. Да, правда, не густо немножечко, но все-таки что-то туда добыли. Я сейчас в шахте, ребят. Вы чё? Я все кирки. Ладно, сделаю новую. Всё, блин, зафигел. Ну ладно, блин, все это легко. Но только не надо менять этот пищ. Так. Надеваем броню. Так, ребят, тоже я не один снимаю, со мной папу где-то ходит в этих пещерах, я его ник не вижу. Видимо, он где-то далеко от меня. Ну что ж, давайте пока будем добывать все, что нам надо. Дерево не взял на всякий случай. А вот и Павло. Пойдемте как-нибудь. Попутно что быть можем найти. Так. Вот. Ничего, здесь я уже был, в принципе, по-моему. Вот. Посмотрю еще раз. Сегодня такая, ребята, ламповая серия будет на шахте. Нам сейчас главное ресурсы найти. Построить дом. Также его заприватить. Здесь хоть сколько, ребят, желающих сломать твой дом. Вот чисто. Без этого никак. Так. Если кто хочет со мной поиграть, пишите, будем играть вместе на этом сервере. Я не против. Так. Я здесь был. Ой, моя небо. Шахта не моя, в принципе. Но я никогда железо не пропускал. Ладно, вру. Пропускал не один раз. Но все-таки находил. А сейчас как будто сквозь воду все пропало. Ну, давайте выпьем. Уголек, уголек, я тебя так люблю. Интересно, сколько там этот Павел собрал себе ресурсов. Ресурсов и так далее. Ресурсов. Так. Да ты чё, серьезно, Павло все собрал уже, да ну нахрен. Не может Павло. Как он туда попал? Здесь что ли копался уже? Ого, да, здесь кто-то копал, видимо. Ладно, давайте вниз чисто копаться. Может что-нибудь даже и найдем. Уголь мне не надо. Печка, по-моему, есть. О, железо. Ох, ребят, да, тут иногда вот такие лаги происходят. Ну, на это может даже не обращать внимания. О, еще железо, вообще супер. Ребят, нам сейчас нужно алмазы найти. Наша цель алмазы. Чисто алмазы. Алмазы, обсидиан, ну и так далее. Так. Где-то на этом уровне должны быть алмазы. Нам нужны они, как и все. Так, блок, надо выше. Почему нету шахт? Я бы по шахтам потыкал. Нет, ты должен по каким-то катакомбам делать. Чисто.
Так, ладно. Ну где я? Мне надо только один алмазик, ребят. Хотя бы один, блять, один алмазик, я буду уже рад. Шахта. О, шахта. Да ну нахрен, здесь уже повыбло. Почему? Спрашиваю. Возле мне говорили некоторые люди, то что возле лавы, когда ходишь, они алмазы встречают. Не знаю, ребята, бот или это феном, не знаю. Главное, мне лаву не хватит, то есть она скрывает. Где эта лава? Что я этого уже потерял? Да ну нахрен, я уже лаву пропустил. Где она тут? Лава. Что тут вообще бесконечно? И куда ты придешь? Ай, горю, 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 горю. Ай, горю, 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 горю. О. Горю, 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 горю. Все, 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 хватит, не гори, не гори, фу, фу. Все. Вот я и сдох. Ну, назад. Капец, тут нас помогло. Горит заживо, ну как? Ой, еще и это попало. Фу-фу. Так где тут что-то есть? Алло, народ, дайте мне хоть что-нибудь. Чё, этот сервер уже все алмазы выкопал? Да не может такого быть. Ну, золото нашел. Уже. Золото, золотишко. Яблоко, может, действительно золотое. Где Павло, интересно? Где он может быть? Где он может быть? Где он может быть? Я что-то был. Не я, видимо, один был. Да, здесь кто-то был, здесь кто-то вот все заставили, я там здесь. Здесь кто-то был. Вот. Идеи говоря, некоторым людям вообще неохота лезть по вот этим вот, поэтому здесь можно что-то найти. Ага, один чертов угол, который мне нужно. Спасибо. Ну, нет. Да. Хрен знает. Что тут? Дайте мне что-нибудь, я буду уже рад. Кто-то был. Потому что здесь уже Ильяна не могла здесь. Это не так. Это не так. Ладно, дайте-ка ТП Павлу. Он не онлайн. Что? Вот это я попал. Знаете, в чем беда? Только у него был спаун этого места. Ау, больно.
Веселье, 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 это какое? Чё, он реально не онлайн? Что делать? Я же ни хрена не выйду отсюда. Я же не помню нифига. Куда он пошел? О, вот это веселуха. Контент, ух. Откуда я шел? Не знаю. Кто я? Фиг знает. Да ты что-то не свет убираешь. Дайте мне хотя бы на ужин. Читеров тут до хрена. Это может быть по Москве. Прикольное место, прикольное. Но здесь не будет стихомазов. Я чувствую, это просто... Просто офигенно. Да, мне идти, я уже ничего ни хрена не понимаю. Ни хрена ничего нет. Где, что, куда идти? О, вот это же лавана. Хотя бы никто часов все побудет. Но у меня кирки скоро сломаются. Куда, камон? Я там был. Ты что, кругами их бегаю? Ну, зашибись. Дайте ДК. Да куда мне идти? Так, Павел, скажи, что ты в сети, иначе я не знаю, как отсюда выйти. Я не помню место даже, где это. Чёрт. 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 Вторая часть уже, она как... Спасибо тебе, Павел, вот просто тебе, просто спасибо от души, да. От... О. Как мне выйти? А, почему меня все бросают? Вроде я хороший человек. А все меня бросают. Стоп! Стоп, 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 стоп. Вышло. Это чё, падла меня бросила? Я не понял. Меня Павло бросил? Так, это надо припомнить. Да не надо мне, пожалуйста. Как мне отсюда выбраться? Короче, наверх. Вот так опасно. Я не вижу. Давай быстрее. Нахрен я не сдалось, слушай. Я. Попал-то, что там было? Не, мне показалось, что будет. Увижу, увижу, что будет прекрасно.
Ну, здесь вообще попал. Сколько мне еще бизнес нужен? О, господи. Спасибо, мой брат. Я тебя так обожаю. Я просто пришел поиграть в игру. Снимать с друзьями. Меня один скинул. И я его убью, если он сейчас не будет вести. Я его убью, когда он сюда придет. Ему не жить. Это не лазер добыл. Не, ну просто. Пошел выкладывать тот видос. А я тут пальцы не кидал, выживай, ищи место, откуда я пришел. Нет. Ну не падай же, а, да. Скажи. Чисто я, чисто. Дайте мне чисто. Куда я иду? Куда я иду? Я пошел в эту шахту. О, выход. Ура. Выход. Ты сам откройся. О, джунгли. Да. О, арбузы. И где я появился тогда? Хорошая никакая палочка. На которую ни хрена ответ не знает. Где здесь появился? Ё-моё, куда идти? Блин, еще эти лаги тупые. Павлос, зайди, я тебя убью, если ты не придешь. А, у меня зарядки мало. Ты где, Мурло? Я тебя убью. Чьё это место? Не, я Павла реально прибью. Пишу так, чисто пишу. Это явно не то место, это уже выход из джунглей. Куда мне? Короче, ребят, видимо, я потерял свое место выживания, так сказать. Павло меня кинул. Хорошее название. Павло меня кинул. Спасибо тебе, Павло, от души. Просто тебе огромнейшее спасибо. Почему? Так. Что это? Я нашелся. Мой дом, мой рай. Я нашел наше место выживания. Господи. О, да, детка, да. Фух, господи, я нашел место. Плавься ты, чертова жопа. Плавься ты. Так. Я нашел это место. Не, ну я чисто назову видео, Павло меня кинул в Майнкрафт. Как? За что? Я сказал, я не сниму видео, он меня кинул, я ненавижу тебя. Почему?
Да, сколько он не дает? Ну, чисто прикольно. Чисто прикольно. Ну что же, мои дорогие подписчики, давайте на этом закончимся. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Я буду очень рад. Всем пока. Новое видео выйдет завтра. Всем пока, мои дорогие подписчики. Пока-пока.